Дамы и господа, так уж случилось, что я здесь с Олегом Меньшиковым. Привет. Здорово. Спасибо тебе большое за последний текст. И еще и вот за этот головной убор. Да, это какая-то японская шляпа, которую я только что получил в подарок. Скажи, пожалуйста, какая-то тенденция определенная наметилась в твоем творчестве, отход от вообще традиционного театра, то есть сначала 1900-й, который фактически моноспектакль, а теперь вот это. Что происходит? Почему? Ты знаешь, да, я ее не могу, наверное, сформулировать, но просто, вот если очень грубо, то мне очень надоело говорить какой-то чужой текст. То есть мне хочется его присваивать до степени, ну, до последней степени. Я хочу говорить свой текст. Поскольку я всегда был далек от вот этой системы, как бы, вообще разделения переживания. Академического театра. Да. И вот это вот перевоплощение, пусть не обижаются на меня те, кто этим замечательно владеет, мне это неинтересно. Я всегда говорил, что актер должен играть мысль, спектакль должен нести мысль, а если этого нет, то ну ты перевоплощайся. В общем, для меня это совершенно неинтересно. Плюс ко всему, знаешь что, мне вот... я очень благодарен ребятам, и Денису Виноградову, и Андрею Паранчеву, которые меня, в принципе, ну, грубо говоря, меня заставили это сделать. Потому что они сначала подходили понемножечку, потихонечку. Я не очень верил. Ну, что такое? Ну, мне предлагают, а Евгеньевич, не хотите духовым оркестром на минуточку? Понимаешь, да? Я, пометую наши с тобой встречи, разговоры, я понимал, что духовой оркестр не обязательно похороны или там парады, что это что-то другое. Потом мне стали показывать, что это может быть. Я все время отмахивался, потому что это, во-первых, ну это какие-то финансовые вложения, потом это творческие вложения. Они прям приходили, демонстрировали тебе куски того, как они могут ту или иную... Никак не могут, а сначала, что это вообще в принципе может быть. Да. Потом потихонечку начали они сами собирать какие-то своими силами что-то делать. Я рискнул, ну сначала думаю, ну пусть... И причем это могло происходить, полгода прошло. Потом они опять появлялись. Понимаешь, полгода я говорю, ладно, ребят, хорошо, ну там встретимся через какое-то время. Проходило полгода, они опять появлялись. И вот так вот таким медленным, знаешь, но настойчивым. И я сказал, ну давайте репетируем. И потом я приехал как-то в один прекрасный день, и я понял, что я не промахнулся. Это было очень приятное удивление. И потом уже подтверждали это и, например, Егор Дружинин, который с нами работает в качестве хореографа, который в музыке тоже, как ты понимаешь, разбирается достаточно серьезно. И когда он сказал, что ребята хорошо звучат, и потом уже мы начали... Это совершенно новое. Во-первых, я горжусь, что мы первые в России. Мы не первые вообще, но в России-то мы точно первые в таком состоянии, да? Я надеюсь, что это будет развиваться, но во всяком случае развиваться будет, но мы... По-любому, как сейчас говорят, мы первые, понимаешь? Духовой оркестр, то есть можно же было много разных музыкальных инструментов объединить, можно сделать... Я смотрел спектакль Малковича в Питере с симфоническим оркестром, который был, мягко говоря, нелегким зрелищем, ну, потому что, отдавая должное Малковичу, но это было прям такое тяжеловесное для людей, врубающихся в текст и в мелодию, многочасовое зрелище. Тяжелое достаточно. Да-да. Этот, у тебя спектакль проносится там полтора часа, как только глотнул воздуха и... Вот. Почему духовой оркестр? У тебя какие-то детские воспоминания связаны с духовыми оркестрами? Нет, вот я тебе сказал, детские у меня только похоронные парады. Ну вот, видимо, понимаешь, ну... Или симфонически уже достаточно привычно. А я, как ты правильно сказал, что у меня есть такая идиосинкразия на привычное, и хочется выбегать куда-то из каких-то рамок, что я, собственно, и по-человечески, и творчески всегда стараюсь делать в своей жизни. Вот это для меня был такой... Я очень долго думал, ты знаешь, я не ставлю спектакль, если мне не хочется. Я могу год не ставить, два. Я никогда не играю. Это все то, где-то у тебя там накапливается. Да. И какой-то момент вдруг, нет, и вдруг ты понимаешь, это то, что совершенно неизведанная мне территория. Совершенно неизведанная. Я вступаю, я иду. Ребята, хорошо, они учатся, для них это вот родное, а для меня-то нет. Они меня ведут, это они думают, что я их веду, они меня ведут. Я, может быть, своим именем их веду, но в принципе по музыке в этот мир-то они мне тропиночку-то показывают. И мне это жутко интересно, потому что это не только вот это наше шоу, это даль, это спектакли, это все. Мне кажется, это простор для фантазии такой. Ведь потом, ведь, ну хорошо, мы здесь играем не народ, а что, собственно, тоже серьезная музыка, и там джаз, но у нас Мусоргский, у нас Римский-Корсаков, у нас Верди, то есть
серьезные ребята, подход, все классный. И они поют действительно, они танцуют, и я думаю, что мы будем только... А как происходит вот этот отбор номеров? То есть от кого? То есть какие-то вещи они тебе предлагают, или наоборот, ты говоришь, вот у меня есть какое-то ощущение, что вот этот, например, кусок моих воспоминаний, потому что ты же листаешь как бы книгу воспоминаний в процессе спектакля, и ты говоришь, мне кажется, что вот нужно двигаться в этом направлении. Как ну и так, и так. Понимаешь, то, что многое ребята, конечно, сами принесли, и... А многое, знаешь, как мне кто-то сказал, надо делать то, что хорошо помнишь. Вот я помнил танго, который... Или там Вертинского, «Бананом и лимоном» в Сингапуре. Да. Я это помнил, вот мне не нужно, собственно, было учить текст. Я это вот... Но я это знал, это было во мне. Ну, конечно, понимаешь? Да. Естественно, когда я брал вещи, которые вот у меня хор из Набукко, например, в Верди, то, что вот у меня, вот в любом случае, как начинается первый такт, то у меня мурашки начинают так. Вот, понимаешь, вне зависимости от исполнения, причем исполняют-то они здорово, понимаешь? Ну, я говорю, ну просто вот я слышу где-то что-то, и у меня сразу что-то это куча. Скажи, как вот на первых прогонах, как коллеги реагировали? Есть ли общее какое-то единодушное ощущение, что да, интересно, ново, классно. Или с осторожностью, с опаской? Ну, во-первых, когда приходят люди, они вообще первые 20 минут вообще не понимают, что им показывают. Потому что они приходят, Олег Мельчиков, драматический артист, да, оркестр. Ну, серьезно? Ладно, посмотрим. Да, что-то может быть про оркестр, спектакль какой-то, да, или что. То есть первые 20 минут не врубон полный идет. Потом, когда... Очень смешно, в Таллине мы были на гастролях, потому что мы в Москве, действительно, как ты и говорил, показали один раз спектакль. Да, да. Но мы ездили, мы были в Киеве, мы были в Риге, мы были в Таллине, мы едем сейчас в Урал, Сибирь. То есть у нас жизнь такая начинается, потом едем в Самару, в Новгород. Да, да, да. И причем, мы, чем хороша эта форма? Можно завтра написать новую главу, Вставим, срепетировать. Главное, чтобы ребята успели срепетировать новый номер музыкальный. Uh-huh. И, пожалуйста, мы меняем. Вот у нас был Мусоргский, поменяли на Бук и так далее. Ну, я и в первую очередь имею в виду, не относятся ли коллеги по академическому театру к этому свысока? Ой, знаешь, если коллеги по академическому относиться... Попробовать выработать отношение к тому, что они делают иногда. Нет, ну, может быть, знаешь, такой есть момент недоумения, типа, ну, а зачем ему это нужно? Вообще, вроде все нормально. Ну да, вроде бы, а вот нужно. Я даже не собираюсь, собственно, объяснять. Вот мне это нравится. Я считаю, что я уже достиг того... Скажем, момента своей жизни, что я могу делать просто то, что мне нравится. Ну, у меня такое ощущение, что всегда так и было, честно говоря. Скажи, а помнишь ли ты какую-то, например, колыбельную, которую тебе пели родители? Ну, родители не помню, но одна из колыбельных... Мелодия из детства. Брамс. Ну, у меня Брамс. Но она вот почему-то... Я, во-первых, долго не знал, что это Брамс. Как и все вот то, что мы с тобой говорили. Нина Рот. Да, это да, действительно да, был уверен, да. Что это женщина. А вот колыбельная такая. Потому что я ее на скрипке еще играл. Я же большой музыкант на скрипке играл. Это мне хорошо все знакомо. Я сегодня написал прям текст, в котором основная мысль, он называется «Юность extended, радость unlimited», смысл которого сводится к тому, что у меня такое длинное, растяжимое в жизни ощущение себя подростком вечным, именно из-за того, что музыка входила в мою жизнь все время. Я все время в нее дико фанатично влюблялся. Есть ли у тебя ощущение, что вот ты прямо вот какие-то периоды своей жизни прожил с какой-то музыкой, и это вот ты сегодня влюбляешься точно так же в музыку, как ты мог влюбиться в нее в 16 лет? Да, безусловно. Я даже не знаю, как это объяснить. Я вот пытаюсь это полтора часа объяснять со сцены. Я не понимаю, как это объяснить. Она даже это не то, что не влюбляюсь. Она уже претендует на меня. То есть, она что-то начинает со мной делать. Она как, ну вот, как есть человек рядом, да, вот так есть музыка. Что это такое, я объяснить не могу. Но она абсолютно, не я ей дирижер, а она мной дирижирует. Это действительно так. Поэтому, причем куда бросает, совершенно непонятно. Вообще. Что завтра будет, да. Никакие стилистические единства, нет вообще ничего. Нет. Ну, я вот, я... Как, собственно, извини, как, собственно, и
это программа, потому что можно, да, а что такое? То Верди, то джаз, то танго, 30-х Оскар, строка, да, вот что это. А вот такой винегрет, вот он как бы калейдоскоп такой вот специально сделанный для того, чтобы можно было делать там все, что захочешь. Специально для этого. Скажи, пожалуйста, а вот какими инструментами ты реально владеешь? Вот как начинающий музыкант? Ну, ничего, нигде никакими я не владею. Знаешь, считается... Послушай, не говори мне, что ты не играешь на фортепиано. Я не играю. Ну, если как только рядом находится человек, который действительно играет... Рядом с Денисом Мацуевым. Ну, нет, я даже не такой уровень беру. Даже не такой. Я думаю, что ребята, которые сидят вот сейчас в студии у тебя, они в 20 раз лучше. Понимаешь, я научился, видимо, профессия меня научила создавать впечатление. Вот создавать впечатление, что я очень хорошо танцую. Это немножечко преувеличено. Я нормально танцую, но я не хорошо танцую. Я нормально играю на рояле, я могу подобрать, Но сказать, что я играю на инструменте, это очень большое преувеличение. Просто я научился обманывать. Прекрасно. Стержень спектакля – это осуществление мечты. Да, получается, что как он родился, почему вот тебе органично оказалось нанизать эти страницы твоей еще не написанной книги именно на мечту, и ну вот сказать пятилетнему Олегу Меньшикову: «Малыш, придет день, когда ты сделаешь свой собственный духовой оркестр и будешь выступать». Маловероятно. Как же так получилось, что это именно вокруг построения мечты? Вот. А вторую часть вопроса я задам тебе после того, как ты мне ответишь на это. А я даже не знаю, что тебе сказать. Ну как, ну... Потому что, ну как, выхода не было другого. Только так, понимаешь? Ну не получалось по-другому. Как-то она родилась, но... Я смотрю просто на твои театральные шаги, и из 1900-го можно абсолютно точно проследовать в то, что следующий спектакль ты будешь делать и говорить от себя то, что ты чувствуешь сам. С точки зрения музыки, вот такого музыкального, это же не духовой оркестр, это еще и барабаны, это еще да, и там как я тебе постановка. Мы хотим привлекать туда и кого угодно, кто впишется, гитаристов. Да. И, ну да, да, это должно быть. Но кем ты мечтал быть в детстве? Вот так. Я не помню. Я вот, например, мечтал быть художником-мультипликатором, потому что... Ну как тебе в детскую голову могло бы такое словосочетание, как могло бы влезть? Я сидел в монтажке у мамы. Мама монтировала фильмы, и она все время монтировала все. Я думал, я стану... То есть музыка для меня была закрыта, потому что папа мне, скрипач, сказал, что... Одного несчастного человека в доме достаточно. Это закрытая тема. И я все время мечтал быть художником-мультипликатором. Вот. Нет, у меня, Миш, у меня не было так. Правда, я тебе говорю... Космонавтом? Не. Стахановцем каким-нибудь? Нет. Судя по тому, что я вообще мало помню свое детство, я думаю, что это было такое... Какой-то ребенок такой странный был. Что-то там делил парты, как мне рассказывают, что никого не пускал на свою территорию. Ну, что-то там... Был таким? Да. Серьезно, оберегающим личное пространство. Да, да. Ну, это, кстати, до сих пор продолжается. Ну, в музыкальную школу ты ходил, сольфеджио учил? Как я закончил, извините, музыкальную школу. Да. По классу скрипки. Но больше любил играть на фортепиано, на рояле, да. Скажи, пожалуйста, а вот в фильмах тебе доводилось какие-то вещи исполнять, какие-то вещи петь, там, какие-то вещи... Слушай, насчет петь. Да. Мне так понравилось петь. То есть я пел... В кино как-то, ну так, немножечко, но так вот, чтобы микрофон, чтобы тебя аккомпанировал. Наверное, вообще с этого началось. Я хотел, чтобы мне когда-нибудь... Во-первых, я хотел быть дирижером еще. Я всегда хотел дирижировать, понимаешь? Мне это нравилось. Это красиво. Герберт фон Караян, вот такой портрет на стене в юношеские годы, да. Росчерк палочки в воздухе. Все слушаются мановения твоих пальцев. Конечно, ты же не понимаешь, что это адовая работа, понимаешь, тогда. Это вроде как красиво, как артист, да? Что там такого сложного? Вот, и что мы говорили, Мы говорили о детской мечте, о том, что ты хотел еще, ну и о том, что ты учился на фортепиано и закончил по классу скрипки. Что ты такое важное хотел сказать? Подожди, я задам второй вопрос, который я хотел тебе задать. Мечта, вот. Это спектакль, нанизанный на тему мечты. Есть ли какие-то неосуществленные мечты, которые хотелось бы осуществить? Ну, мечты, ты имеешь в виду какие-то творческие, жизненные, конечно, есть. Каких и, конечно же, сказать? Я делиться не буду. Самыми главными не будешь. Да, нет, не буду. А творческие, ты знаешь, меня театр как государственной структуры не интересует давно. Я могу вернуться в государственный театр только на одном условии, если я буду художественным руководителем одного из театров, потому что мне кажется, что делать то, что я хочу, я и так могу, понимаешь, без государственного театра. А художественно руководить...
Ну, поскольку не могут у нас отменить, не хватает у них смелости отменить государственные театры, значит, нужно, они, значит, мы давайте подчинимся, но только на одном условии, только художественным руководителям, потому что мне кажется, что я знаю, как художественно руководить театром. Ну, ты так сейчас произносишь, как будто это не велика наука, но это же велика наука. Это велика наука. Я 10 лет назад не сказал бы такого. Так, да. Причем это не в смысле, что я буду ставить и играть то, что я хочу, а действительно организм... Вот как, почему мне оркестр дает возможность думать, это мы сделали пробный, мы вообще же это состоялось в рамках «Черешневого леса», да, это презентация. Да, у Михаила Ильиновича, да. И... Мы же не ожидали такой реакции, понимаешь? Мы не ожидали, действительно. У нас задача была заявить то, что мы родились, что вот здесь такой творческий коллектив, да, теперь. Но после этой реакции... И у нас не было мысли делать такую программу. Просто нас всех в результате просто уговорили. Просто набросились на вас и говорили... Да, просто давай. Набросились. Скажи, а вот в нынешней ситуации, когда ты, с одной стороны, фактически постановщик действа, с другой стороны, ты актер, который со сценой фактически исповедуется, ну, по крайней мере, делится очень личными воспоминаниями. И с точки зрения музыки, ты музыкальный руководитель еще вдобавок этого коллектива. Вот тебе какой процесс доставляет наибольшую радость сейчас? Что Ой, тебе нравится? Не знаю. Нет, ты знаешь, мне хочется придумать. Конечно, музыкальный руководитель, конечно, Денис Виноградов. Я, ну, как бы художественное руководство, наверное, осуществляю я. Но мне хочется придумать. Я все время об этом думаю сейчас. Я не знаю, какая будет следующая... То есть я знаю приблизительно, какая она будет. А уже прямо хочется... уже в уме есть следующая программа? Да, обязательно, конечно. Уже? Да. С твоим, да, участием? И тоже? И с моим. Ну, я, меня, естественно, мечта, чтобы ребята существовали без меня нормально и достойно. Но, ну, сейчас такое время, когда нужен сначала... Локомотив. Есть ли что-то, чему ты у них учишься в процессе работы? Ну, наверное. Ты знаешь, я пока не могу сформулировать. Ну, наверняка такого не может быть, чтобы я не учился. Конечно. И сохраняется ли у тебя, вот опять-таки, как у человека, который там долгие годы что-то вынашивает, а потом вдруг раз и осуществляет. И вроде бы в этом всем успешен. Сохраняется ли у тебя вот такая вот уверенность, что в принципе все возможно? Вот что... О чем не помечтаешь? Но я не имею в виду. Знаешь, насчет мечты я понял одну замечательную вещь, банальную, замечательную. Если очень сильно мечтаешь, это сбывается. Зуб тебе даю. Вот правда, если очень сильно мечтаешь, если очень сбывается, никуда не денется. Просто надо очень сильно хотеть. Как управлять коллективом из 30 человек? Каково это? Ну, как, сложно. Непросто. Я не могу сказать, что все равно это на плечи Дениса и Андрея падают, но они прислушиваются к тому... Ну, знаете, как, советовать-то легче всегда. Я-то пока на уровне ребят. Вы там, говорите, 30 человек, это каждый человек индивидуальность, это каждый человек, это мир. У каждого свой характер, да, нужно понимать, нужно прислушиваться. Но это трудно, потому что, ну, пока, конечно, делают они, но, скажем так, с моими советами. Еще одна невероятная затея, которую ты осуществил, это вот этот вот чемодан. Чемодан. Что это такое вообще? И откуда это взялось? Ну, понимаешь, как все в моей жизни. Вот как вот мы были в Красноярске, на гастролях, я сказал, дайте где-нибудь поесть вкусно. Мы привели, действительно вкусно, познакомились с Димой Степановым. И просто так, после, как у нас с тобой, виски, после вечернего спектакля, я просто ляпнул, говорю, давай откроем ресторан в Москве такой же. А там ресторан под названием «Чемодан». Чемодан, а да. Фишка в том, что это просто вкусная кухня или там что-то еще происходит? Ну, там вот такие же вечера, как, да, у нас происходит. Как бы это вот называется гастрономический театр, но там должны... Там у него выступал Женя Гришковец, у него Губерман выступал, у него Биллис Бенд выступал, и там, и у нас они уже выступали. То есть это такой... У нас есть небольшая эстрадка, небольшая, но ресторан там 80 мест посадочных. И хочется, чтобы это был вот такой вот... Ну, клубы, они уходят из нашей жизни... К сожалению, я имею в виду клубы, я имею в виду творческие такие. Как, да, актерские. Я хочется, чтобы это был такой вот что-то очень похожее. То есть, ну, поесть это хорошо, но кто-нибудь еще. Я очень тактично, зная, что бессмысленно задавать тебе личные вопросы, просто очень тактично. После всех репетиций, прогонов, спектаклей, вечера в ресторане, скажи, вот как ты расслабляешься там дома с любимой Настей? Вот как тупить дома? Вот что вот в твоем представлении значит, вот у тебя есть вдруг два выходных, нет спектаклей, и надо потупить. Что это такое? Ты знаешь, а мы тупить не получается. Мы что-то придумали. Во-первых, я тебе серьезно говорю, я расслабляюсь на репетициях, я расслабляюсь в чемодане. Угу.
Для меня это расслабление. А дома, ну как, ну мы можем поддержать это расслабление. Ну, очень смешно. Это не потому, что мы такие, ну как сказать... Очень духовные, понимаешь? Нет, но я когда мы играли в футбол, и я Жене Каменьковичу говорю, он говорит, что ты там вчера делал? Я говорю, мы с Настей в Третьяковскую галерею ходили. Он говорит, а что там выставка какая? Я говорю, никакой просто. Он говорит, как? Я говорю, ну просто ходили в Третьяковскую. Он говорит, ну сумасшедший, ты просто ходил в Третьяковскую. Я говорю, да, мы просто ходили в Третьяковскую галерею. Но это не то, что мы каждый день шастаем куда-то, но вот был такой момент, ну придумываем, как и все, я думаю. Кино смотришь дома? Все время. И что-то порадовало? Ты знаешь, так, чтобы что-то прям уж прям порадовало. Восхитило? Нет. Я вот не видел это, где Мэрил Стрип играет Маргарет Тэтчер. Не видел. Но говорят все, очень да? говорят. Но будем надеяться, все же. Да. Ну хорошо, значит, я тебе сейчас отправлю еще руководиться своими. Один вопрос, который никакого отношения к театру и к искусству не имеет. Чемпионат грядущий. Ты же фанатичный игрок в футбол и болельщик. Ты планируешь поехать куда-нибудь? Когда мы были в Киеве на гастролях, я начал там узнавать, как бы... Прощупывать, да, куда, мне как. Говорят, что у нас нет билетов, они все у организаторов. Они даже здесь, в Киеве, не продаются. Поэтому будем... А что такое у нас? Это же бывший Советский Союз. Наверняка что-то есть. Поэтому будем шуршать. Да, дамы и господа, у нас была счастливая возможность немножко приобщиться к Олегу Меньшикову. И сейчас... Для вас специально фрагменты спектакля, который называется «Медь», который можно увидеть в Москве, по-моему, 6-7 февраля в Театре Моссовета. Будет Но билетов премьера. Уже нет. Приходите, гости дорогие. Добро пожаловать, на билетов нет. Но просто запомните, «Медь» — это оркестр Олега Меньшикова, оркестр мечты. Спасибо большое, что нашел время. И, кроме того, зная, как ты тщательно и ответственно подходишь к организации этого всего, конечно, спасибо, что вообще это все случилось именно у нас. Тебе спасибо. Спасибо. Дамы и господа, это программа «Ливень». Никуда не отключайтесь, мы сейчас вернемся.